Можно. Всем привет из студии звукозаписи Алибека Саликова. Я Гуля Саликова. А я Гульден Саликова. Мы сестры. Наши сольные видео, наверное, кто-то из вас мог уже видеть. А сейчас оцените наш дуэт. «Ночка луговая» – песня, которую когда-то исполняли Алла Иошпа и Стахан Рахимов. Спасибо племяннику, неплохо поработали. Нас измучил. Всем добра и до встречи. Сенокосные луга, только я не виновата, что потеряно кольцо, что ладони пахнут мятой, да ромашковой пыльцой. Два цветочка слепят зацепились у виска. Я оставлю их на память от любимого дружка. В небе вспыхнула зорница, над рекой туман поплыл, и уж время никакой вины тут нет. Слишком рано над лугами загорается рассвет. Да немало так бывает, что не спим мы до утра. Ой, ты ночка луговая, сенокосная пора. Да немало так бывает, что не спим мы до утра. Ой, ты ночка луговая, сенокосная пора. Можно? Всем привет из студии звукозаписи Алибека Саликова. Еще позитивнее, Татоня. Не смотри в текст. Ну. Мы сестры. Можно? Наши сольные видео... Ой, опять я опускаю глаза. И... Можно? Наши сольные видео... Начинается. Тихо, тихо. Это же не просто так, ребят. Ой, девчонки, то есть. Можно? Ночка луговая. Гульден, ну не смотри ты в текст. Ну, подожди, ну я помню. Я уже готова. Так. Можно? Сейчас, сейчас. Подожди. Песню, которую когда-то исполняли. Подожди, убери, пожалуйста. Я убрал, я резко сдержу. Нет, снимаешь, нет. Алла Иошпа и Стахан Рахимов. 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 Нахимовцы, дорогу там сделал. Нахимовцы, которую когда-то исполняли. Не песню, а песня. Песня, ой, песня, да. Песня, которую исполняли
Стахан Рахимов. Когда-то, Гульден. Когда-то. Давай еще. Так. Была я красива. Полный рот. Можно? Песня, которую исполняли ранее Стахан Рахимов и Алла. Не ранее, а когда-то, Гульден. А когда-то, что это я ранее? Где ты? Ранее они тоже ее исполняли. Песню, которую... Песня. Да что это я, да что это я? Бывает, это уже это... Песня перед человеком. Песня... Ночка луговая. Песня, которую исполняет... Песня! Спасибо, племянник! Проорать, проорать, Гульден! А, дуэт. Так что? Нет. Он нас измучил! Не зевай, блин! Ничего не говори, когда заканчиваешь. Можно? Всем добра и до встречи. Пока.